Всем привет, это Игромания. Хороший игрок War Thunder терпелив и осторожен. Отличный игрок успел к тому же накопить денег и опыта на топовые модели техники. 300 мм во лбу делают его почти неуязвимым на поле боя. Но есть еще асы, которых не пугает даже такая адская крепость на гусеничном ходу. На каждого хитрого толстопуза у них найдется винт с левой резьбой. Рецепт, как надежно разобрать на запчасти любую имбу. Эти игроки наизусть знают уязвимости каждой модели, а досмотрев наше видео до конца, их будете знать и вы. 5 самых грозных тяжеловесов War Thunder. И как их убивать. Стреляйте им в порт и в корму. Конец. Ну, нет, конечно, мы не будем говорить про банальности. Ясное дело, любой тяж уязвим с боков и сзади, и вряд ли нужно отдельное видео, чтобы донести до вас это знание. Уничтожать тяжеловесов мы будем преимущественно в упор. Именно с такого ракурса вам чаще всего предстоит видеть опытного врага. А сами мы возьмем технику послабее, чтобы сделать эксперимент наглядным и не списывать его результаты на зверский калибр. Только честные уязвимости. Ну что ж, поехали! 5-е место. Т-32. Породистый американец 4-го ранга знаменит своей великолепной фронтальной броней. Пробить его в лоб нечего и пытаться. Минимальная толщина там порядка 300 мм. А перезарядка при самом прокачанном экипаже составляет всего 14,5 секунд. Это очень быстро для тяжа 4-й эры. Права на ошибку у нас нет. Как же его убить? Начнем с варианта для ленивых. На случай, если вы внезапно столкнулись с Т-32 на близкой дистанции. Попробуйте сразу выбить ствол, а затем объехать сбоку, уповая на то, что успеете перезарядиться быстрее, чем он починит пушку. Шансы на это, как ни странно, довольно неплохие. Но способ все же не слишком надежен, поэтому давайте приглядимся к противнику повнимательнее. Слева у него виднеется пулеметное гнездо, а в нем от силы 130 мм брони. За ней прячутся стрелок-радист с наводчиком и чуть-чуть виден боекомплект. Но, знаете, вполне достаточно виден, чтобы отправить танк в ангар одним метким выстрелом. Еще одна уязвимость — нижняя лобовая деталь. Угол наклона у нее неплохой, но не настолько, чтобы рикошетили все снаряды. Так что если Т-32 показался вам всем корпусом, попробуйте выстрелить в самый верхний край НЛД. Снаряд выведет из строя мехвода и может взорвать боекомплект. 4-е место. Т-95. Еще один американец в нашем топе — САУ, которую игроки прозвали «Черепашкой» благодаря отдаленному визуальному сходству. Да что там, прозвали потому, что она чудовищно медленная и по уши в броне. Настолько по уши, что даже топовые послевоенные кумулятивы не всегда могут с ней справиться. Но посмотрите, как соблазнительно выбирают командирские лючки. Стоит попасть в один из них, и осколки веером косят членов экипажа, а иногда и повреждают вооружение. Еще можно взорвать фугас под днищем, но это из серии тех хитростей, которые хороши в теории, но попробуй-ка сделай. В общем, вариант в целом рабочий, но стабильного результата мы вам не гарантируем. 3-е место. Маус. Жирная немецкая мышь. Несомненно, главный толстяк в игре. Но в реальности он почти неуязвим, лишь когда успевает развернуться к противнику ромбом. Под другими углами танк вполне уверенно шьется топовыми снарядами в щеки башни, где сидит наводчик. А за ним все тот же многострадальный боекомплект. Впрочем, главное, что надо знать про Маус, он не способен активно обороняться. Навязав мышеводу динамичный бой, вы заставите его постоянно подставляться под неудобные углы. Вернее, как раз вполне удобные, если смотреть на мир глазами вашего наводчика. 2-е место. ИС-4М. Советские топовые машины — соднящая боль для танкистов других наций. Если ИС смотрит на тебя, беги. Конструктивный угол брони у ИС-4М — 60 градусов. Невероятный показатель, заставляющий рикошетить большинство снарядов. Но даже у него есть слабое место, причем очень слабое. Настоящая ахиллесова пята. Небольшой треугольничек 30-миллиметровой брони прямо под маской орудия. Залетающий туда крупнокалиберный фугас убивает мехвода и с шансами превращает в металлолом многие модули танка. Еще можно попробовать выцелить нижнюю лобовую деталь, имеющую не самый большой угол наклона. Но по-настоящему сладкое возмездие наступает, если ИС-4М пытается ромбовать.
Щеки борта скрывают за собой снаряды и при удачном попадании пробиваются довольно легко, с очевидными последствиями. Ну и, наконец, первое место. ИС-3. История этого танка полна страданий, естественно, вражеских. Причем настолько, что однажды разработчики даже повысили ему боевой рейтинг, поставив наравне с ИС-4М. Компоновка «Щучий нос» делает машину самой стойкой к урону в игре. Убить его можно, только зайдя в борт или стреляя под углом в крылья этого носа. Впрочем, у тех, кто столкнулся с третьим ИСом лицом к лицу, все же есть маленькая искорка надежды. Маленькая во всех смыслах. Посмотрите на это отверстие в маске орудия. Метко пущенный под калибр выведет из строя половину экипажа, давая вам время для сближения и атаки сбоку. Причем именно под калибр. Протолкнуть туда, например, фугас не стоит и пытаться. Бонусное место. Т-10М. Пока мы готовили это видео, вышло обновление 1.51, а с ним прикатился еще один потенциально неубиваемый советский тяж. Практика его боевого применения у игроков пока невелика, но конструкция определенно имеет несколько уязвимых мест. В первую очередь, командирская башенка, приметком поражений которой страдает экипаж и боекомплект. Далее участок тонкой брони под маской орудия, детская болезнь, доставшаяся в наследство от ИС-4М. Пробивается фугасом. Ну и традиционный способ — фугас под днищем. Как всегда, не слишком надежно, зато красиво. Напоследок один совет. Не увлекайтесь хитростями. Настоящего аса отличает не только знание слабых мест противника, но и гибкость в выборе тактики. Если представился случай зарядить каморным в толстую вражескую корму, так сделайте это. На этом все. С вами была Игромания. До скорого.